Привет! Привет! Мы на канале... Привет, народ! Мы на канале Герасим Шер! И Жужик ТВ! И Жужик ТВ? Да, у Гера Геровича свой канал, Жужик ТВ называется. Ну что, народ, вот и началось наше приключение. Вернее, продолжается. Мишаня вышел, это вы видели в прошлой серии. И сегодня приехало семейство. А что будет дальше? Ну, мы вам что-нибудь покажем. Не знаю, может, мы рыбу поймаем. Мишку-то на берег садили. У него карма с ним уехала. Может, нам и клюнет чего. Сейчас поедем, проверим. Вот, смотрите, там дискотеку. Давай уже отталкивайся и все. Ну, ему раз. Плыви, пупырка. Холодная? Ледяная. Привыкни с мамой. Да как вам сказать? Очень холодно. Давай, слазь. Давай, пупырка, плыви. Этот мальчик поплывает километр, да? В бассейне. Успокойся. Папочек! Нет, я умру! Сейчас тебя щука за пятку укусит. Любящие мужья называют свои лодки в честь жен. Так вот я и назвал свою лодку головастик. Жабонька ты моя. О, какая! Ну да, мне его снимают. Где твоя кепка-то, моряк? Спички-бряк. Он в трусы морские одел, все, можно без кепки. А, в трусах морских без кепки можно, точно, я же забыл. Погодка разбушевалась. У нас был зацеп, оборвали воблер один. Ну, что поделать. Очень низкий уровень в этом году. По старым тропам ходишь, уже цепляешь дно. Спасибо, вы сказали, что на наш корабль такой большой нет. Что не дали мы ему нас задавить, да, Герыч? Герасим. Так, по штурмовому задравиваемся. Все заняты делом, а у меня вот такая вот красота тут готовится.
уточка. Загляденье. Так, ну что, ребятки, я приготовил все. Смотрите, какая красота получилась. Уточка. Маринованная, вот такой у нас обед. Вместо сметаны Активия. И мои черные булочки. Вот такой вид прекрасный. Кстати, у меня спрашивали, как вы крепите гриль. Вот такое вот крепление сделано на рамовский шар. Крепление универсальное. Шар вот этот рамовский. Мы на него либо для спиннингов крепление ставим, либо вот такое вот. На него же чего угодно. Хочешь стол для разделки рыбы, хочешь гриль вешаешь. Хотите вкусно готовить на природе, дома, в городском парке? Вам нужен мобильный газовый гриль «О-Грил». С ним вы станете точкой притяжения в любом месте. Проверено нами и временем. Скидка для подписчиков по коду Герасим Шер. Ссылка в описании. Герыч, он в ножички рубится с мамкой. Я уже и забыл, что такая игра-то есть. Так, Герыч у папки прихватизирует буксировщик потихонечку. Бирпишник буксировщик. РС-1. Для подводной охоты его используют, для заброски по рекам. Выше лагеря по течению поднимаешься, сколько аккумулятора хватает, и потом сплавляешься уже до места. Сидушка. Не садись на него. Ну, руки выпрями. Он за ним бежит по миле. Не-не, он просто ногами болтает. Под воду его, Гер. Во, он тогда хорошо тянет, видишь? Эй, ты куда, таракан? Пятки торчат. Вон Че Гевара идет. Да ладно? Да. Они что, ночевать или? Просто... Не, просто к нам заедут. Отходи тогда к нам, Катя. Привет! Рыбакам, ну что, поймали? Нет! Не ловили сейчас ничего? 15, полчаса да. Пошли их свои поднять. От Белого городка до Тирсы. Ага. Мы поехали за Че Геварами, так как они нам решили показать интересное место. Оно действительно было интересно, и в будущем мы несколько раз в этом месте ночевали. Там удобно было подходить к берегу носом и прямо с палубы выходить на берег в борт. Все это время писал? Да. А ничего, что я тут теперь? Так, ребятки, вот каюта у Гергерыча. Гергерычу вот такую сделали кровать. Гергерыч спать не хочет. Говорит, дай да купаться и веселиться. Да? О, такая он вообще. С танками у него. Одеяло мамка ему шила. Танковое. Всем привет! Мы на канале Герасим Шер. Вот. Гергерыч, как тебе спалось сегодня? О, ничего не вижу, сплю. Ни сона, ничего. О, просыпаюсь, что утро. Хорошо, Гергерыч, короче, спал. Нет. Лунь. Это лунь? А, это лунь. Как ты это замечаешь? А у нас орлов нет. Размах красивый, да? Классно. Итак, народ, ну что, мы переночевались, проснули, позавтракали, умылись, тошки расчистили. Гергерыч уже вон там рисует робота. Мы снова на канале Шерп!
О, какой у нас шоумен растет. Мы еще щуку покормили рыбок. Чем ты ее покормил? Кашкой. Кашкой ты не доел кашку, покормил щуку? Да. А какую птицу ты видел? Орла. Орла. Забыл. Ты же сказал, она как-то по-другому называется. Лунь. Так, ребят, идем в Кимры. Два капитана. Так получилось, что Че Гевара попросил нас отвезти его в Кимры. То ли забрать лодку, то ли поставить, то ли перегнать машину. У них там очень сложная транспортная логистика. Мы так ничего толком и не поняли. Сами они остановились в Белом городке. Лодка у них стоит в Кимрах, и надо за ней ездить, ставить ее в Белом городке некуда. В общем, ну отдыхают люди, что, веселятся. Находит себе проблемы. Вот мы повезли Че Гевару в Кимры. Ну и заодно давайте сами посмотрим, вам покажем, что же это такое, ну хотя бы с воды. Кимры, ребята, мост через Волгу. Мост был построен в 1978 году, в год моего рождения. Мостоотрядом номер 6 города Ярославля по типовому проекту Московского института Гипробкоммундортранс. Вот такое сложное название. Железобетонный, четырехпролетный, второй и третий пролеты судоходный. Высота пролетов 16,4 метра. Длина 554 метра. Реконструирован в 2005-2007 году мостоотрядом 90 из города Дмитров. Землякам привет. Впервые в России выполнена вантовая система усиления русловых железобетонных пролетов. 6 пилонов с помощью 24 вант, туго скрученных стальных тросов, каждый из которых включает в себя до 55 высокопрочных канатов, будут прочно держать всю конструкцию. Протяженность мостового перехода вместе с переходами к нему составит 904 метра. Ширина проезжей части 15 метров. Ребята, вы путешествовали под парусом? Не знаю, я вот что-то не пробовал. Насколько это может понравиться? Пусковые устройства «Револтер». Это надежный запуск в любой ситуации. Проверено нами. Это работает. Не забывайте, зима близко. Ссылка в описании. Скидка по промокоду Герасим Шерп. Собачка. О, немка. Это хорошие люди. Так, ребятки. Смотрите, что я приготовил. Ну, сейчас еще приготовлю. Мощнее. Стоим в живописнейшем месте. Красотища. Герыч. Спокойной ночи всем говори. Спокойной ночи. Доброе утро, народ. Ну что, вот в таком и месте красивом стояли, отдыхали, ночевали. Здесь какие-то рыбы постоянно плескались. Сейчас на гриле у гриль приготовили бутерброды вкусные. Вкусные бутерброды были? Да. И мы забыли кое-что сказать. Мы на канале Герасим Шерп. Вот так вот. Гергерыч вам подсказывает, на каком вы канале. И сейчас пойдем. Выйдем из реки. Ну, вот еще одно интересное место для ночевки нашли. Красивое, спокойное. Никого здесь нету. Утром рыбаки только проплывают, но вдалеке.
никаких шумных компаний, ничего вообще, никто не беспокоит никак ничем. Вода прекрасная, где-то на градуса полтора выше, чем в Волге. Ну и чище гораздо. А вот это как? Ой, я маяк вижу! Буй! А, это не маяк, вот что это. Дмитрий Фурманов. Вот, ребята, посигналили, прошли подписчики. Кто-то по рации нас поприветствовал. А вот идет Дмитрий Фурманов. Ой-ой-ой, здоров, здоров. У нас какие-то проблемы с зарядкой на большом моторе. Мы заряжаемся вон от генератора. 30 ампер зарядка давит. Мотор на холостых выдает 50, но почему-то до аккумулятора второго доходит только 8 ампер. Будем разбираться, скорее всего, провода тонкие. Заложим. А пока мы находимся на траверзе, давайте я немножечко расскажу вам о Дмитрии Фурманове. Это комфортабельный четырехпалубный теплоход проекта 302, рассчитан на 285 пассажиров. Водоизмещение 3853 тонны, длина 129,1 метра, ширина 16,7 метров, мощность двигателей их 3, каждый по 1000 лошадей, скорость хода 25,5 км в час. Судно названо в память об авторе, создавшем образы Петьки и Василия Ивановича Чапаева, советском писателе Дмитрии Фурманове. Было построено на верфи в Войнсбурге на берегу Эльбы в ГДР в 1983 году. С навигацией 2016 года теплоход находится в долгосрочном бербоут-чартере у судоходной компании «Инфофлот» и работает под маркой «Созвездие Инфофлота» на внутреннем рынке. Так, мы ловим, ловим, а она не ловится никак. Эй, обед, где ты? Обед не ловится, ребят, это не Путаранова. Так, ребятки, мама, расскажи тайну, почему ты не можешь негативить хорошо. Потому что я... Мы сейчас рыбу ловим. Я не знаю, что там такое. Ну, рыба. Рыба? Этот пацанчик? Не, пока не надо, надо еще. Чего-то там, ребятки, обед взяло будет. У нас шикарное. Ну, по какой-нибудь судачина. Сикотану пошел. На, подержи. Ничего себе. Только сильно держи. Не, мы что боимся. Держи, держи, не бойся. Ой, держи, мамочки, я остановлю. Вот. Мамочки, мамочки. Только ее не потерять бы. Слушай, она меня не утащит под воду, она слишком дергается. Все, давай. Что там мы такое поймали? Ёлы-палы. Вот сейчас полегче пошло. Что это? Садись сюда, смотрим. Сейчас полегче пошло. Возможно, мы что-то забагрили. И поэтому кажется, что... Да, она боком идет там или как-то. Ну, вон, я вижу поверхность. Да, вон сверху идет. Это мы ходу забагрили. Потому что сейчас-то гораздо легче стало тащить. Это ее видно. Вон. А, обед. Обед, ура. Мы будем сыты. Наверное. Главное, чтобы это не сапог какой-нибудь. Не, 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 прыгается, прыгается. Да? Да, ура, рыбка, сына! Можно я ее погладить? Погладишь? А, да, забагрили пока. Блин, ребят. Обеда не будет. Салат. Да, у нас на обед морская капуста. Но дергалась-то как настоящая. Как в самом делишник. Салата не поймали. Ну а что сделаешь? Вот так вот оно, рыбацкое счастье. Вроде близко так было. Удочку смотай, нам остановиться надо. Ну, а не, иначе не выйдешь, если видео такое будет. Ну что, бывает? Хоть такая поклевка, ребят. Уже какое-то развлечение. Ты представляешь, мы так кричали, там рыбаки от зависти умерли.
Вот такая вот везуха. Это вам не путорана. Где рыба на вилку бросается? Вот с едой-то у нас проблем точно, ребят, нет. Не знаю, куда холодильник девать. Как его съесть. Одних яиц 40 штук. Садик, садик. Но только ты об этом. Давай, плыви. Четвертый день. Не, не то. Кнопки-то другие. Два раза нажимаю, у тебя скорость большая будет. Два раза нажимай. И еще раз быстро. О, видишь, как хорошо плывет. Вот так и держи его. Диетическая яичница изготовилась. Вон, мухи уже на нее покушаются. Кш, 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 кш. Кш, мухи. Ой, рыба не ловится. Сейчас пойдем еще потроллим, попробуем. Был же у нас удар сегодня хороший-то один. Мы его прозевали. Я забыл спустить байтранер. Дернул, блин. Смотрите, как обжег резкой плетенкой руку. Аж обожгло. Ну что ты? Вот так. Ну вы и цупы прики. Ой, щука сзади вон. На спине так классно вообще. Я попробую на спине, так здорово. Ну что-то не успели ее выдернуть. Что-то с дубны там, с дубне. Ураганчик какой-то. Да? Да. Ой. Здрасте. Здрасте. Ничего там. Че, когда путешествие? Путешествие? Вот шерп заберем. Скажи, что кого-нибудь засунул. А осень уже. Сейчас пока тепло, на воде надо болтать. Не, еще пару дней точно. Добро. Какие волны, да? Ну, вот это, ребят, называется быдлячка. Взять, пройти прям рядом с лодкой. Это ладно, еще вот этот прошел, прям трех метров. А проходят, блин, такие кроссовки, что лодку чуть не переворачивает. Ну, чуть-чуть уважения надо иметь к себе и к другим, кто на воде. Видит, лодка идет малым ходом, развернуться к волне не сможет, ничего не сделает. Ну, вот надо вот пройти, офигарить. Бакса, так не действуй! Лис? Да. Почему лис? Кушаем арбузики, уже дело к вечеру идет. Надо искать место, где будем ночевать. Ну, таких мест валом на самом деле. Сейчас в какой-нибудь залив зайдем, да и заночуем. Да, Герыч? А-а-а. А-а-а. Откуда это? Это волна у нас вот оттуда. Ой. О,
успели. Арбуз держите! Класс! Поплыли обратно. Так, у нас салатик сейчас будет. Помидорчатый. Где отдыхающий по берегам? Где-то. В прошлом году на этих местах было столько рыб. Все, прям облака были целые. Рыбные. Все, звенело. Сейчас пустыня какая-то. Видите, сколько точек, где мы его отлавливали, судака. А нету ничего теперь. Так у нас каждый занят своим делом. Я рыбу ловлю. Женуля макароны варит. Сын мультик смотрит. Все очень важными делами заняты. Тактика. Рыба не ловится, макароны варятся. Мультик смотрится. Очень здорово, что у нас были макароны. Потому что рыба нам не поймалась. Никакая. Мы ее ловили. И не выловили. Не выловилась. Поэтому у нас индейка со спагетти. Да. Угу. Стой. Скажи подписчикам. Приезжайте к нам, мама готова супер макароны. Давайте нам 100 миллион лайков. Слышали, ребят? Туда 100 миллионов лайков, Жужик сказал тому, он готовит мешок макаронов. Да? Самые вкусные на... Это все готовит мамулечка. Так, ребята, заходим на ночевку. В секретную лужу. Пресекретную. Фарватер у меня был нанесен на карту еще во время Второй мировой. Никто его не знает. Поэтому я здесь, короче, это самое, буду один в этом заливе. Жуков гараж. Ведущий тюнинг-ателье по вездеходам Шерп и не только. Ждет вас и вашего любимца на глубокий тюнинг. Десятки собственных разработок и улучшений. Оригинальные детали и качественное оборудование. Мы первые, кто сделал Шерп лучше. Подписчикам канала скидка. Мы вообще не паримся по этому поводу. Ну, вон яхта какая-то села там на эти, на рифы. Нечего тут по секретным местам лазить. Ладно, шутим. Ну, правда, тут глубина такая, 1.5 метра. 1.20 метра. Ну, нам до 70 сантиметров можно прошкрябаться. 70 сантиметров – это осадка без ноги у лодки. Как-то так, короче. Галькоборот от ужаса натянул шляпу на глаза. Крапивник ревел, рычал, колотил лапами и снова щелкал своей устрашающей пастью. Но на зубах у него оказывался только песок. Скрипучий, сыпучий, царапающий небо и горло песок. С каждым кругом, который объезжали вокруг него песочные люди. Ну вот так вот. У нас вечернее чтение сказок. И спать будет Гергерыч. У него своя каюта, он гордый. Я посмотрю пока фильм. Про, знаете про кого? Посмотрю фильм про искателей золота в Калифорнии. А вдруг нам тоже когда-нибудь с Мишаней повезет? Случайное открытие 1848 года положило начало американской империи.
а вокруг расцветают лилии. Ну что ж, вот и пролетели три прекрасных дня на Волге с семьей. Семья уже давно на берегу, а я жду подъемную команду. Будем поднимать головастика. Давайте посмотрим, как это делается. Сейчас сольем конденсат, все будет нормально. Давайте поможем Герасиму Васильевичу. Реактивным моментом. Большое спасибо за просмотр. Если вы заметили, это немножечко новый формат. Он такой очень коротенький, сжатый. 3 дня мы вложили в 1 серию. Надеюсь, вам понравилось смотреть. Пишите комментарии, ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь, кто не подписан. И нажимайте колокольчик для того, чтобы первыми увидеть наши новые видео. Пока!